острые, как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. Дивной МС, эссе, куплеты стелят в стиле. С наступающим, мы уже в эфире. Не перестает нас удивлять наша родина. И те, кто должен сидеть, гуляют на свободе. Приобретают яхты, роскошные машины, эксклюзивные бриллианты. Скупают, как одержимые, здесь воруют, а за границей тратят. За их шикарную жизнь бюджет российский платит. У правоохранителей никаких претензий, они же тоже хотят туда в отпуск съездить. А вот американцы с недовольными лицами беспардонно попирают наш суверенитет. Придумали еще какой-то список Магнитского, но тут же получили асимметричный ответ. Наши кричат в истерике, конец перезагрузки. Они в Америке просто ненавидят русских. Не уважают нас, не считают за людей. Убивают и калечат наших детей. Дима Яковлев погиб в 2008, но 4 года никому не было дела. И вдруг засуетились, вспомнили о нем, когда уже реально все запахло горелым. Детьми прикрываются террористы. Всем известно, что это подло и низко. Слишком тяжкий груз берете вы на плечи. Так поступают только те, кому терять нечего. 650 тысяч детей-сирот — это больше, чем после Второй мировой. При том, что никакой войны давно не идет. Вряд ли можно нас назвать благополучной страной. Усыновлять их мы теперь не дадим, но и позаботиться о них сами не сможем. Но теоретически конфликт разрешим. Прогулки по Майами все-таки дороже. Большая политика для больших людей. Понять их мотивации у нас шансов нет. Но когда прячутся за спинами детей, это неправильный асимметричный ответ. Финансовый вопрос или вопрос гражданства? Какой важнее? Яростно спорит Франция. И зачем уезжает Бельгию Депардье? Разгар боя против кризиса в стране. Лидер социалистов Франсуа Олланд для устранения дыр в бюджете имеет план. И его план — дольный запрос. Для граждан некоторых нужен налогов рост. Более миллиона евро имеешь год. 75% налогов тебя ждет. Но из своего кармана помогать стране, как выясняется, готовы далеко не все. Же Депардье и еще 500 жителей Франции стремятся получить теперь бельгийский паспорт и заработанные кровные свои увести. Как говорится, c'est la vie. В этом году мы с вами делились новостями, следили за реформами и громкими делами, болели за Россию, вместе переживали олимпийские и футбольные баталии. За журавлями не летали, конечно, сами, но наблюдали, как его избрали, как строят стадионы по миллиону метр. Но куплет этот сегодня не об этом. Всем уголкам планеты, кто с нами на связи, пусть будет светлым этот новогодний праздник. Желаем счастья, будьте на позитиве. Всегда ваши новости в речитативе. С Новым годом вас, ребята, и всего хорошего. Пусть все невзгоды ваши останутся в прошлом. Здоровья вам и вашим близким, вашим родным. Наши поздравления летят во все концы страны. Спасибо, что вы были с нами весь этот год. Но время не стоит на месте, и мы идем вперед. Удачи вам, хороших новостей. Рэп-инфо поздравляет всех наших людей.